Здравствуйте. На самом деле для меня сегодняшний день очень волнительный. Я принимала участие в разных акциях, которые устраивал Владимир Антипенко. Я даже написала то, о чем я хочу поговорить, потому как для меня, как для писателя и поэта, проще записывать свои мысли, чем формулировать их вот так вот импровизационно. Значит, этот формат для меня наиболее сложен, потому что он болезненен, приватен и очень личен. Здесь не может быть заслонения за шип кулис, театризация в смысле заслонения за образ персонажа, от которого читаешь стихотворение. Здесь происходит своеобразный акт экзибиционизма лица самого себя. Это еще более сложно, потому что, допустим, быть ногой и красивой – это прекрасно, а вот нащупать некоторые болевые точки внутри себя и некоторые раны, где может таиться страх или уродство – это совсем иное. Вспоминается ненароком Дориан Грей, который был прекрасен в тот момент, когда его истинная личина сказывалась на портрете, который становился все морщинистее и безобразнее. Я не говорю, что я такая вся внутри страшная, испорченная, но то, что за нежной оболочкой вот, женской, которую меня иногда воспринимают с такой точки зрения, что там есть какие-то внутренние такие жесткие поры, что-то такое мужское по энергетике. Это действительно так. И порой за еще глубже, за всесметающей энергией томится чуткость маленького дитя, что-то такое внутри испуганное и ранимое. Я думаю, что это стоит большой смелости в этом признаться. И вообще, на самом деле, я очень редко подготавливаюсь ко встречам, потому что все время рассчитываю на импровизацию. Импровизация движения, в которой я купаюсь, импровизация поэзии, потому что мне нравится совмещать движение, музыку и танец, я это чувствую, как именно когда идет волна. Вот. Но сегодня, когда я узнала о такой возможности исповеди поэта, я решила всецело нырнуть в свои мысли и подготовиться. Для начала хотелось бы представить некоторые треки с альбома «Ева». Рецензию я немножко потом зачту. Начнем. Музыка совершенно оригинального плана. Стволов тела бродили, касаясь языком коры, траву вминали в почву силой потея. Среди листвы вдыхали небо сухим горлом, высасывая ночь, и ноги в море погружали, зачав лесную дочь. Смеялись нимфы в белой пене, ложился свет на грудь, и в тонкой нежной вене просачивалась ртуть. Ожидаемых желаний и формы налились, без сладостных скитаний не ценят они жизнь. Лицо смеялось в мокрых травах, детское лицо, и плечи узкие, в туманах табачное кольцо. Не сформированные кости, но хитрые глаза скатались на скамейке. Ости, я хочу дитя. Росло ехидство, сморщив щеку, и проливался чай. Порезан пальчик, а босоку хлещет через край.
но кровь облизана и смыта глотком уже пьяна. Но не судьба остаться сытой, я хочу, дитя. Простыни вуалями на теле нежном и веснущатые щеки мели белым, белым, белым. Начало альбома, на самом деле существует рецензия, написал ее очень такой экспериментальный человек, мне кажется, в области слова. Немножко зачту. Тема это совместный альбом от петербургской поэтессы Лизы Вавилиной и проекта Down Logic. Трип-хоп, местами переходящий в глич, создает фон для метафизической декламации. Это первый технический слой восприятия альбома. Под ним скрывается практически весь спектр отношений с миром, выраженный через игру в бисер, которой увлечены тонкое, подвижное и светлое женское и огромное, темное, непоколебимое мужское. Цитата: «Ночевала тучка золотая, на груди утеса великана». То есть минуса, которые вы сейчас слышите, написал Олег Перфильев. Он создает очень мощную музыку по энергетике, очень жесткую. Он сам человек по себе такой жесткий. А стихи ложатся такой нежной лирикой сверху. И в этом и есть парадокс. Вечный анимус легко и ритмично гладит по волосам почти детский речитатив, погружая его в транс и вызывая на еще более глубокую откровенность. Эта картина знакома многим мужчинам и вызывает в них почти отцовские чувства, хотя на самом деле это чистый секс. Первая композиция задает холодный отстраненный тон, собственно говоря, композиция, которую вы только слышали. Девушка не желает знакомиться сразу, сходу, даже в эстетическом пространстве, пока ты ничего не предложил взамен. Чтобы дойти до откровенности и взаимности, нужно подарить свое внимание и время. Это несложно и даже очень приятно, поскольку альбом завораживает с первых нот. Человек достаточно мудрый и поймет эту холодность как многообещающую. Вот. И в следующих композициях идет уже захлепывание в потоке мыслей, которые необходимо высказать. Девушка пытается выложить все на духу, но одновременно это вызывает у нее огромное количество вопросов, которыми не одно тысячелетие задается род человеческий. И она начинает тут же судорожно искать на них ответы, и они, конечно же, построены неправильно. И она запутывается в своих мыслях, и все это превращается в некие эмоции, в смех, в рыдания, а музыке ничего не остается, как только гладить ее по волосам. Кто-то заканчивает такие внутренние поиски, и вот эти все конфликты могут превратиться в метафизические экскурсы, истериками или еще чем-нибудь похуже, когда человек теряется в себе. В данном случае Ева и Down Logic превратили это в вечную игру, в некий альбом. Они дышали эвкалиптом чудных масел. Он целовал ее губы с нелепой страстью. Мини-букеты из свежих цветов полевых с волнением сердца и дарил, сочиняя миф о том, как дождь будет капать на лицо, увлажняя тела, что так близки перед сном, что будет вечно стонуть в мягких прядях волос, которые льются, словно волны, щекоча лицо. Приближались числа этих безумных гастролей. Она гладила руки ему так спокойно. Срывались клятвы с губ о уровне чувств. Но, видно, не улыбался
им Иисус. Помимо поэзии на музыку, хотелось бы поговорить вообще о поэзии, как она зародилась в моей жизни и как она развивалась поэтапно, потому что в моей жизни было очень много странных происшествий, этапов и стадий, разделенных различными эмоциональными состояниями. Первые стихотворения были, естественно, наполнены чем-то таким девственным, восторженным и томным. Это были юношеские периоды нащупывания мира ритмики, слова и образов. Дорожка влажной слезы осталась на щеке румяной, когда я, став под образы, молитве предалась рьяной, и, замолив свои грехи, на ложе я легла устала, и снились мне с грустинкой сны о том, как счастья было мало. Следующее стихотворение еще более печальное. Умоляю, не засыпайте землею. Я хочу вечно жить, пусть страдая, любя. Панихиду не пойте, я с вами душою, я с вами и телом, умирать мне нельзя. Задыхаться в гробу уж, понимать, что не с ними, и что с ними не будешь уже никогда. Ну а что понимать, когда в мрачной могиле бездыханная, скользкая, вечно одна.
Затем, после периода вот этих нежных, восторженных стихов, пришла ночь. Ночь неприкаянности, самоуничижения, поисков внутренних, разочарований. Стихи прослеживаются в них какая-то нарочитая жесткость, которую я бы охарактеризовала как некая даже озлобленность на то, что вот этот период первого трепета не оправдал себя, что жизнь оказалась не такой радужной, что вот эта кулиса наконец-то приоткрылась, и за ней было такое нечто, что это вот привело к чему-то такому. Я бы могла не зачитывать некоторую, даже вот стихопрослеживающую мерзость. Но раз это семя было посеяно в творчестве, значит, это было нужно. Ныне я переосмысливаю искусство, и это не значит, что стихи должны быть нежными всегда. Но меня все больше сейчас смущают поэты, которые просто, ну, постоянно избивают свои стихи неким матом. Это ваше слово «мода». Я понимаю, что есть стихи у людей, которые матом звучат органично, с каким-то таким очень жестким посылом, там, лёхоньким и так далее. Вот. Но когда это входит в тенденцию, не знаю, я в какой-то момент тоже вошла в эту тенденцию, и начались какие-то такие вот стихи. Ой, даже не знаю, что их. Нет, если там мат, мы запикаем, конечно, но лучше, не, даже... а лучше не произносить. Не надо с матом. Если слово на месте, оно прозвучит, говорю. Мата нет, но всё. Есть какие-то скабрезности. Вперед. Противные. Вперед. Как хочется отказаться, то ну ладно. А можно без микрофона? Конечно. Будет все слышно, тут очень тихо, все нормально. В общем, зачитывай. Владимир, вы даете добро. Вот тут писал. Я долго хотела быть лесбиянкой, чтобы менее жадно смотреть на мужчин. Но я без них в ломке, как наркоманка. Меня не прельщает внешность вагин. И мышцы мужские, как в легкий пепел, отраду сулят голодному рту. Летит ко мне новый голодный перепел, и для него я любовь воспою. То есть пошли вот какие-то вот такие стихи. А потом... Я ощутила себя мужчиной, хоть грудь и не впала в ребра. За круглой и нежной личиной скрывались признаки монстра. И эти признаки мощи вскрылись в области мышц, когда ты такая тощая терялась среди длинных ресниц, а экран клокотал юморком «Американ мегапродукция», и я тебя медленно трогала, теряясь в женской конструкции. Лиза, за тебя еще два зрителя сидят. А потом как-то и вот... ну еще, конечно, вот это я хочу прочитать обязательно. Я помню мутные палаты и медбратьев, и галоперидол хохочет в венах. Не встать железо пасмурной кровати, кругом блуждают дети в мире бреда, их пальцы нитями свисают, глядя в пол. Во впадинах глаза блуждают в призрачных мечтах таблеток 5 разных цветов укол. Где я? В реале или в снах? Меня тогда могли взять всю. Сознание в спячке, мужчины-людоеды жрали душу, потом выплёвывали, как жвачку. И я качалась под струёю душа. И летним днём среди песков просыпан пепел сигарет, что неразмерно сыпался без слов, и ветер пел со мной дуэт. Простыни ночью мокрые, нити ползут из-под спин, глаза из истомы сотканы, истомы из-под картин. Свисает рука белая, и кружева лежит подушку, а я лежу рядом спелая, пью неги пенную кружку. Грани стакана мерцают, застыло внутри молоко,
И запахи страсти витают, и ноги в блеклом трико. Склеены до конца жизни, сотканы в одни полотна косами, сплетены мысли, кольца в пальцы воткнуты. Падают пятна от света огненных языков. Ты по пояс раздета, ждешь моих ветреных снов. Я надвигаю кудри на твой тихий светлый лоб. Еще одни летние сутки, начнется новый озноб. Для святых истеричек, несущихся руки в руки друг друга и порция в слитках лисичек во время дневного досуга. И мы бежим средь паромов. Простите, немножко сбилась. Музыку сочинил Олег Перфильев, это в бывшем барабанщик группы «Калибри», не знаю, может, знаете. А сейчас он занимается электронной музыкой, причем я его сколько пыталась вызвать на какие-то лайф-выступления, он все равно как-то предан такому уединению, именно в таком творческом пространстве он творит. А он специально для тебя сочинил? Вот этот альбом из множества его треков мы выбрали определенные, и я уже накладывала на них свои тексты. Но некоторые мы делали по-иному, с текста вдохновили его на музыку. Этот трек он почему-то назвал Маяковского, я думаю, потому что ему показалось, что энергетика есть, а Маяковского нет. Зарывают совмещание офисов в мониторе, миксуя цифры, купая брюки в поту. А я как крыса вгрызлась в поэзии просторы. Я нервно впитываю музыку, курю. Я никогда не буду делать, что мне скажут. Напялю яркое и буду красить стрелы. Метро кишит серым пальто, всех мажет. Я тоже так хочу, но мне надоело. Своеобразная попурги дразнится в паре. Японщина в жилы влилась сливой. Я только твой рот хочу посетить, увидеться вновь, окутать силой и нежное тело твое укусить. Кардиган серый сидел так стильно, когда мы клубились в синем свету. Я буду настырно, я буду насильно тебя любить, теряясь в плену. А ты не искусный, не опупенный, не мастер наук, не спортолюбитель, ты не начитанный, не бог степенный. Но я так стремлюсь в твою обитель. Ни страсти ор, ни рыка грохот, ни садомаза, ни сакура неги, но я в тебе погибаю, и топот эмоций меня обуял. Ты просто мега, я шмякнусь в поезд или в ракету. Ты только пошли мне глаз в водотоке. Я представляю нас с тобой летом, воображаю нас и пороки. А ты помолчи, побаламуть душу. Мне эта маза даже по стилю. Но я так мечтаю с тобой есть суши. Но я примела мучение крылья. Они не порочат, они возвышают. Они так мокры от слез и желаний. И губы страстью закровоточат. Я так устала, полна стенаний. Поэму строчу, меня понесло. Но сил нет держать хлопочущий стон. За эту ночь внутри возросло все то, что кипело. Теперь
клонит в сон. Затем меня все время вдохновляет весенняя пора. И все весны очень разные. Вот, допустим, у меня был цикл стихотворений, странности, оригинальности, сок эксперимента, цикл, ну, весна шиза, такое что-то. Весенние шизоидальные мысли очень красивые музы. Не могу ловить на ней взгляды голодных таджиков. А у нее яркая помада, восточные штаны и бусы. Она хочет забыться, целует мне руку, шепоты, крики. Девочка, ты же пахнешь невменяемостью, родная. Ты же рассыпаешься, как бисер, невзирая на мой подлинный испуг. Я привезла тебе лес, душу мхов. А ты, нагая, смеешься дико и повествуешь мне о том, как нам родить ребенка вдруг. Мне хочется изъять твой мозг, в него плеваться. Он источает бред, но без твоих странностей мое существование скудно. Нам нужно прежде в личных судьбах разобраться. Не прикоснусь к твоей руке, а то опять становится кругом все мутно. Ты как растение шевелишь белой шейкой, припадая к моей тонкой ключице. Цветы шуршат, как серебро волос, я нападу, я растерзаю тебя, как волчица. Я нападу, я растерзаю тебя, как волчица. А другой цикл, это уже была другая весна. Стихотворение «Улыбки», цикл, ну, «Весна воскрешения в себе ребенка», «Чистоты создателя», «Объятия с внутренним Богом». Загорелая нежная кожа, так гладка на ощупь, как в масле, а за ней узоры под дрожью. Я попала в иное царство. По утрам улыбка ребенка и глаза олененка наивного. Стоишь смущенный в сторонке, губы пухлые, свежие, винные. Вместе с утром даришь счастье, расплавляя щеку игриво. Ты какой-то небесный масти, столь невинный, такой невинный. А следующее стихотворение девушка. Во мне превалирует музыка. И все, что увяло, возможно полить, но вряд ли восстанет цветок, он тусклый. Это так странно любить, позабыть. Нежность воскресла, правда внутри, и исчерпались мужские тона. Я теперь женственность из мечты, я воскрешаю в себе дитя. Новое небо дышит в губы, я исцелилась от странной простуды. Ну, я думаю, завершу нашу с вами встречу. Любимая моя музыка, на самом деле, из всего, что написал Олег, мое старое стихотворение. Когда солнце мутнеет от обжорства наблюдения наших кислых выражений лиц, когда воздух городского центра преет от рубашек в процессе оккупации пиц, я, свесив с окна одну вторую тело, впитываю улицы, каналы и бистро. Щупаю питерское небо глазами воспаленными от линзы ощущения не комильфо. Колонки рвет маманный бит, синкопы брейка, трубы фанка. Энергия покойного Джексона Майкла.
Воображение несет меня в пыльный зал, где я в рваных джинсах и темной майке. Грусть волокнами льнет к мышце сердца, пытаясь окутать как можно плотнее. И я излучаю осенью листья людям, что бьют это стихотворение. Что бьют это стихотворение. Спасибо большое.